идите дальше, дворняги. Следующая цель — генераторы на верхнем уровне. Мы полагаем, что их два. Будьте осторожны, этот комплекс хорошо защищен. Капитан, он сделал из нас фарш! Крестки! Вперед, дворняги! Этому танку не жить! Парни, тащите к генератору взрывчатку! Есть, сэр, выполняем! Уничтожен. Отличная работа.
Генератор уничтожен. Отлично. Часть комплекса обесточена. Слушайте, это важно. На нижнем уровне два объекта. Центр управления и база данных. Вы должны захватить оба, чтобы не допустить пуска ракеты. Но сначала вам нужно найти способ спуститься вниз. Засада! Дайте этим гадам прикурить! Похоже, они собирались остаться здесь надолго. Посмотри-ка на эту хрень. Прямо логово суперзлодея. Проникли в центр управления. Пытаемся отключить систему запуска. Вас понял. Действуйте быстро. Гвардейцы! Элита! Лучшие войска Союза! Ну тогда стреляй точнее! Расчете на Третью мировую, кажется, интуиции не подумал.
базы данных. Пытаемся отключить систему запуска. Вас понял. Удачи, солдат. Дворняги, коды не работают. Похоже, запуск запрограммирован на аппаратном уровне. Вам нужно добраться до шахты и остановить запуск оттуда. Времени мало, так что действуйте. Бегом в шахту. Мне нужен Мотипка! Признавайтесь, красные сволочи, где он? Мотипкова здесь нет. Он должен быть где-то там, так что смотрите в оба. Внимание всем войскам. Мы засекли повышение уровня радиации. Вам нужно немедленно добраться до шахты и захватить боеголовку. Я вижу эту ракету с помощью ваших камер. Это СС-18, мощность 20 мегатонн. Эта бомба в 1300 раз мощнее той, которую мы сбросили на Хиросиму. Она тикает! Бомба тикает! У нас максимум пара минут! Внимание всем войскам! Возможно, это ловушка. Всем, кто не находится в шахте, нужно немедленно покинуть квадрат. Это приказ. Скрипт, уходи отсюда, к чертовой матери! И как нет, сержант, я прикончу этого сукина сына! Берите людей, уходите! Делайте так, как он сказал, сержант. Капрал Скрипс, система ручного управления находится на верхнем уровне. Ты должен подняться туда и остановить запуск. Он покончил с собой. Генерал, мне не удалось перехватить управление. Запуск не остановить. Я собираюсь закрыть люк шахты, так что уводите всех. Дворняги, капрал Скрипс закрывает люк шахты, но ракета все равно взлетит. Убирайтесь оттуда. Это приказ. Вторая группа, немедленно эвакуируйтесь. Мы пришлем за вами вертолет. Никак нет, сэр. Мы закрыли люки. Убирайтесь отсюда. Для меня было честью служить вместе с вами, сэр. Передайте дворнягам мой... Он дворняга. Всегда был и всегда будет.
Была поздняя осень. Мы уже углубились далеко на территорию России. Мы шли почти тем же путем, что Гитлер и Наполеон. Удивительно, что они забрались так далеко и потерпели поражение. Но это был последний рубеж обороны на пути к Москве. Дворнягам, конечно, поручили возглавить наступление. Нам было нужно зачистить один из московских пригородов, чтобы утром туда могло войти подкрепление. Вместе с русскими солдатами сражались и ополченцы, которых либо заставили сражаться, либо запугали рассказами о нашей жестокости. Поэтому новым девизом войны стал «Пусть победит самый отчаянный».